Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вятка Хантер. 6 января сегодня еду проверять капканы в большой круг. И заодно завожу утеплитель в виде щепы на крышу для избушки. Капканы, значит, не проверяли больше недели. Погода у нас стояла плохая. Вот сегодня минус 8. Решил выбраться. Сейчас скину корыто, проедусь. Так вот у меня капканы стоят. И потом уже рвану на избушку. До избушки здесь еще 4 километра. Буран идет хорошо. Снега очень мало в этом году. Чуть выше лодыжки снега. По поводу охоты на лося. Лицензию закрыли. Я в охоте не участвовал. Ребята закрыли без меня. Уже под самый Новый год. В общем, с мясом. Можете не волноваться. Что еще сказать? Да, проверял недавно маленький путик ящичный. Там результат нулевой. Результат нулевой. Сегодня приеду, значит, выкину щепу. Там еще у нас 10 мешков Олег не довез. Еще их выкину. И уже по кругу двинусь в сторону дома. Ночевать не буду. Как-то так, такие вот планы на сегодняшний день. Сейчас скидываю корыто. И еду, проверяю. Да, взял с собой карабин «Тигр». Если где-то глухарик вспорхнет, попробую подкрасть. Ну вот, как-то так. Корыто, ребят, тяжелая. Хоть и щепа, но тяжелая. Если что-то попадется, буду снимать уже непосредственно зверя, снятого с капкана, так как капканы у меня гуманные, показывать нельзя. Едем. Интересный след, друзья. Хоть чего-то тащил. Поймал и чего-то тащил. След вроде бы хоря. Да, хоря.
Посмотрю, какой-то зверь прошел. Болото застывшее капитально. А, лоси ходят, лоси. Лосями все, все избегано, везде. Следов уйма. Охотничий сезон на них закончился, лоси появились. Как обычно. Добрались, слава богу. Ох, прибыли, как говорится. Все в порядке, никого не было. Сейчас мешки сюда скидаю, Олег потом развалит на крыше. Кидаю еще раз, надо скататься. Там еще 10 мешков. Чуть в стороне находятся. Входим внутрь. Прошу прощения за освещение. Оно, наверное, не очень хорошее. Так, сейчас затопим печь. Надо мне вот сушинку пильнуть. Пильнуть сушинку. Потому как в избушке сухих дров практически нет. Так, ну что, на улице сейчас я. Олега тут заготовлена макулатура для растопки печи. Все продумано у меня. Чтоб быстренько. На морозе пришел.
Вальну сушину. Затоплю печь. Будем жарить, будем печь. Чтобы покушать в комфортных условиях. Теплых. Времени как раз пока езжу, избушка должна натопиться. Можно бы, конечно, себя переночевать, но не буду. Накануне Рождество. Была бы банька, я бы остался. Так, все одним днем сделаю. Может, конечно, уже затемно вернусь. Не знаю, посмотрим. Печка капризная. Бывает с первого раза не затопляется. Ну, когда как. Из-за дров, скорее всего. Так-то тяга-то хорошая. Дрова сыроватые. У меня сушняка. Надо сушничка. Хорошо, ребят, вот так вот приехать, когда у тебя имеется теплое помещение, и где-то на снегу сидеть. Есть. Уже вот так. Тепленько. Помещенница. Сырые дрова, даже береса там не поджигаются. Так. Чтобы быстро разжечь огонь, лучше спички, а еще лучше вот такая газовая горелка. Моментом. Моментом огонь разжигается. Погодка сегодня, конечно, братцы, бомбезная. Погода сегодня просто бомба. Сейчас выгружаю опил. Что, друзья, свалю я несколько сушинок, в частности вот эту, я думаю, лесники не будут против, так как деревья уже совсем сухие. Yeah.
Ай, вот мужики, напилил немножко. Поклевота, конечно. Но ничего. Сейчас закидаю в сани и еду. Печка топится, друзья, дым идет. Обойдем еще раз вокруг избушки. И будем трапезничать. Надо дрова колоть. Тут под снегом, но это уже весной на весенней охоте. Много дров там напили. Красота. Говорили, что это кто-то, что может избушка просесть. Ничего, все нормально. Олег перетаскал целую поленницу вот сюда. Дрова уже почти подсохли. Ладно, сейчас покушаем. Печка уже натопилась. Хорошо, тепло в избушке. Ну что, дорогие друзья, будем обедать. Что нам сегодня положено? Положено сало, хлеб, немножко зелья приворотного и чай в термосе. В избушке не кипячу, времени нет. Сейчас кушаю, надо выдвигаться. Сало соленое с чесноком. Очень вкусно, друзья. Очень. Мы это дело порежем. И приступим к трапезе. Рассказывайте, как провели новогодние праздники. С кем хорошо общаемся. Я провел отлично. Вкуснятинка. Печка потрескивает. Приятная домашняя атмосфера. Бани не хватает, парни. Бани капитально не хватает. Надо делать. Уже присмотрели сруб. Я думаю, что на будущий год, если будет дорога, зимник, мы завезем. В этом году пока зимника нет. Ну, хотя планировалось вроде бы. Смотрю, делянки-то отведены. Не знаю, может быть, в конце зимы. В общем, посмотрим. Хотелось бы баню, ребят, здесь хотелось бы. Здесь отдыхаешь вообще душой и телом. Вот, гору сала нарезал, сейчас все съем. Готовить ничего не охота, немножко уже подустал. Вроде бы ничего не делаешь, свежий воздух. Физическая работа, небольшой труд, все равно как бы усталость чувствуется. Проехал сегодня, не видел ни глухарей, ни рябчиков, ничего не видел. Следов лосиных много. Оси зашли снова, их видно шуганули перед Новым годом там, с соседнего участка. И они сюда завернулись. Так, ну что? Пятьдесят грамм на грудь не помешает? Пустаточку-то. Пьем исключительно натурпродукт, все домашнее. Давайте, мужики, будем. Отлично. Приятно так вот посидеть, послушать печь.
послушать лесную тишину зимнюю. Не у каждого, да и у меня не всегда получается выбраться. Все больше город засасывает и засасывает. Как избавиться от его гнета, а, друзья? Рекомендую, мужики, термос брать литровый, пол-литровый, почему-то, вот сколько у меня было. Во-первых, пол-литра мало на день человеку. Литр чая вы в лесу выпьете, вообще не напрягаясь за световой день. По крайней мере, я выпиваю. Чай завариваю, 4 пакетика на термос, 6 чайных ложек сахарного песка. Ну это уже, конечно, кому как. Кто-то сахар ест, кто-то нет. Лимончик бывает добавляю. Когда далеко идем, берем котелок. Когда так вот на день, достаточно по литре чая на человека. Вообще за глаза. И как показывает практика, термосы лучше брать литровые, независимо там какой фирмы. Хорошие термосы, на мой взгляд, Трамп. У Миши вот такой термос очень хорошо держит. Но у меня он дешевый. Синфловер какой-то. С подсолнухом. Но держит. Держит неплохо. Время, конечно, летит в деревне быстро. В городе оно, конечно, тоже быстро. Вот уже скоро праздники заканчиваются. 9 числа надо ехать в город. Завтра планируем поохотиться с гончей на зайчика с дядей Толей. Попробую поснимать. У нас еще кирпичи завезены с прошлого года на ГТС, или как он, ГАЗ-71, не знаю, как он называется. В общем, на танкетке кирпичи и покрышки от легковой машины. Надо, они находятся у нас, получается, с полкилометра, наверное, по болоту. Дорога там была. Надо завозить сюда. Будем использовать как фундамент для бани. Насчет куницы, в этом году в капканы идет плохо. С чем это связано, непонятно. Вроде на этом участке охотимся второй год, переловить не должны. Поначалу что-то как-то она забегала. У трех куниц ночеволки сожрали. Как-то так. Ладно. Еще накатим. Не набраться бы, а то дорога длинная. Продукты тут у нас в избушке всегда имеются. Можно даже, то есть если зайдет, может кто-то с соседних участков смотрит мой канал. Заедете, вон, полная бочка еды. Дрова, если истопите,
поленится, хотя бы положите, чтобы они подсохли. Так, никаких проблем, заходите, ночуйте. Будьте, главное, людьми человечнее, ведите себя. Не разоряйте, не гадьте. Так, ради Бога, всем рады. Ну, давайте, мужики. Хорошо. С этим местом, друзья, связано столько воспоминаний, как я еще совсем маленьким охотником, пацаном с нелегальным курковым ружьем ТОЗом БМ. Ночевал он с той стороны противоположный остров. У костра. Много раз. На весенних глухариных таках. Да. Время быстротечно. Я уже взрослый мужик. У меня уже дети. Возраст моей старшей дочери приближается к тому возрасту, когда я ночевал на этом болоте. Разные были ночевки. И один ночевал, и с друзьями. Вблизи деревня, километра полтора до нее, был прекрасный тетеревинный ток, которого не стало. Не стало не потому, что его перебили, а просто потому, что не сеют поля. Поля зарастают, птицы нет. Глухарь есть, есть глухариный ток вблизи, но мы глухарей здесь не трогаем. Никому не разрешаю стрелять глухаря на таку. Разведем ток больше десятка, чтоб пришел, хлопанье стояло по всей округе. Вот тогда можно птичку взять. А так, пускай они живут. Хотелось бы снять хороший фильм про глухаринную таку. Много мне доводилось охотиться на глухаря весной. Очень много. И на болотах все как прежде, крылья хлопают вдали, все буянят, все расплескивают удаль. Ну а я уже не буду, занавесочку спалил, но то вспомню, то забуду, как за птичками ходил. Глухаринная такая, это круто, на самом деле. Одной из лучших охот, я считаю, охота на глухаринном таку. Хотя последнее время стараюсь птицу не бить. Бывает, подойдешь, посмотришь, послушаешь и уходишь. Птичку не бью. Максимум одного петуха за весну. Несколько таков знаю, хороших таков. Но максимум одна птичка за весну. А здесь мы хотим развести хороший ток. В болоте не такует птица. Не знаю почему. Возможно, как по моим наблюдениям, здесь гнездятся журавли. А журавли не любят конкурентов. Кричат они весной очень громко. Возможно, поэтому глухарь не гнездится. Не такует. Весной с болота слышно тетеревинный ток. Пусть он и маленький, может быть, птиц 10, но слышно хорошо. Гуси садятся в болото, когда вот ранняя весна, когда еще в лесу снег. Пролет у нас здесь гусей именно вот в это время, когда еще в лесу лежит снег. И не всегда на открытии охоты гусь летит. Чаще он пролетает до открытия охоты. Когда затяжная весна, вот здесь гусей с Олегом мы встречали в этом болотце. Садится гусь. Болото очень топкое, очень жидкое. Тот край болота весной можно провалиться. Здесь по суше немножко. Поделился с вами своими впечатлениями. Друзья, движемся дальше.
закроем вход в избу. И погнали. Ни одного куньего следа, ребят. Участок огромный. Ни одного следа. Проверил капканы. Ничего не попалось. Накатал сегодня 52 километра. Проверил 50 капканов. Даже никаких, так сказать, даже следов нет куницы нигде. Не знаю, с чем это связано, но зверя нет. Проехал отсюда, даже ни одного следа не видел. Сейчас выехал на дорогу, еду домой. Проехал быстрее, чем хотелось. Думал, вернусь затемно, проехал быстро. Все, снег маленький, бурон хорошо идет. Кто бы что ни говорил, техника едет. И едет довольно-таки неплохо. Сейчас еду домой. На улице морозит. Я думаю, что уже за десяточку. Да, не успел снять, ехал. Карабин висел через плечо в чехле. За чехол зацепило веткой. Меня просто выкинуло со снегохода. Буквально метра на два. Скорость была небольшая, но тем не менее выкинуло. Посмеялся, было интересно. Упал не больно. В общем, от поездки я сегодняшней получил массу эмоций. Было все здорово. Кроме добычи. Добычи не попалась. Да ничего. Ведь охота — это не только добыча. Это масса впечатлений. Положительных в большинстве своем. Ну что, ребят, еду домой. Всем удачи. Всем пока. Ставьте грозные лайки или дизлайки.